гулять и по Зизятовску и Серевьенецу. Что ж теперь поделать? Тут по-любому уже не до разгуляйства. Тут уже по-любому надо залетать на Стримчанский. Да, не очень удобно села сейчас. Поправляюсь, ребятушки. Здравствуйте, приветствую. Категорически доброй ночи всем, кто уже успел присоединиться к этому Стримчанскому. Николаю Кольнике Воробьеву привет. Спасибо большое. Открывает сегодняшний стрим Коля своим музыкальным произведением. Ну, наверное, это не его личное что-то. Это интересно сейчас будет. Ребята, здравствуйте. Вижу, чат закипает. Максюша, привет. No, Miss Prof. Ordi, здравствуйте. Роман, Макс, Данил. Здравствуйте, котики мои. Серега, привет. Wild Bruce, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Каплан, Женя, Дракин, здравствуйте. Almas Games. Мадемуазель, между прочим. Здравствуйте, Зет Горд. Это что ж за матершинники-то такие, а? Нельзя ругаться, ребятушки. Минимум негатива, максимум позитива. За опоздание ничего страшного, сама задержалась. Не переживайте, рад 180. Здравствуйте, всем, говорит, спать завтра в садик. Серега, привет. Здравствуйте, мои котики. Так, ну что, предлагаю не задерживать сие происходящее. И у нас, ребята, просьба от первого человечка, который заказал музычку, это Коля Воробьев. А серевьенцев, естественно, я думаю, что у Коля будет не против, если это будут реалистичные бои. Давайте выгуляем моих кошечек немецких. Также сегодня в шоу программы Кассандры ночного стрима будут французские танки, очень много советских танков и немецких. Кстати, Америк я бы тоже прокатилась. Так что, если что, ребят, пишите тоже о ваших пожеланиях, чтобы вы хотели здесь увидеть. Приветствую всех. Вижу, что и модераторы тоже на месте. Это классно. Здорово. Здорово. Благодарю, что не забываете меня. Мишаня, доброй ночи. Души на дам, мадам. Мазель, между прочим, супер лайки. Здорово. И тебе тоже приветствую. Талибасик, здравствуйте. Давно тоже не видела. Штюрер, Эмиль, здравствуйте. Тим Ченский. О, привет тебе, красавчик. Лэйзи Мэн, Артур, привет. Выспался, да? Выспался, наконец-то. Так, Райхан, неужели это твое реальное имя? Райхан Зарипов, а? Вот серьезно, да? Хотя в этой жизни, возможно, ребята, абсолютно все. Дениска, привет, здравствуйте. Ну что ты меня таранишь? Давай не будем мешаться. Карта, конечно, ребята, ахтунг. Я, пожалуй, поеду как-нибудь, куда все, короче, туда и я. О, какой пролетел, да? Какой-то снаряд мощненький. На-н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 а. Ой, Штюрах здесь у нас, Штюр Мёрсер. Never Stop, приветствую. Голб, здравствуйте. Кристи, так, ИСа 4-го хотят КВСу 152. Рома, погнали, Роман, погнали. Ты что сегодня как, на сухую или как? Спасибо, ребят, за поддержку сразу, прямо сходу. Радуйте меня, благодарю вас за позитивчик. Майк, привет, дядя Ваня, здравствуй тебе тоже, мой дорогой. Димочка, тебе тоже привет, здравствуйте, котики мои, приветствую. Мирфира еще тоже пропустила, ребят, очень много сообщений. Возможно, кого-то пропустила, не паникуйте, не расстраивайтесь, не плачьте. Не посылайте проклятие. Если не прочитала, не переживайте. Попробуйте еще раз поздороваться. Возможно, в следующий раз увижу, ничего страшного. Потому что на разрыв, понимаете, тут такое на-ра-на-на-на-на-на и на-ра-на-ра-на. Ох, романов-то у нас немало, да? Такая грядка за мной едет. Такое ощущение, что это какие-то стрим-снайперы, которые попали со мной, ребята, в один бой. Вы гляньте, а! Братва! За мной! Я покажу вам радости Вартандера. 38 сантиметров, это, конечно, жестко. И я, наверное, как-нибудь на... Хотела удариться об камень, но это, ребята, мимо. О, мистер Владимир Вов, привет, тысячу зим тебя не видела. Здравствуй, мой хороший, очень рада. Очень рада, что люди не забывают и возвращаются. Это очень приятно.
Так, где-то сейчас, вот уже здесь, я должна бы увидеть, пожалуй, каких-нибудь противников. Ну, не факт, вообще не факт. С манговым соком, Я почему-то вот натуральный манго не люблю, а очень люблю сушеный, консервированный. Не знаю, почему так сложилось. Как-то они мне больше нравятся. Ну, сок тоже классный, да. Классный сок. Так, котики, это не политическая ли у нас песенка? Давайте, может быть, я ее видео хотя бы отключу. Пусть она музыка уже будет. А видосик отключу на всякий случай, ладно, чтобы никого не обижать, чувства. О, Франция будет немножко чуть попозже. Очень мне хочется уфы, ребят, прокачать. Возможно, именно на этом стриме у меня получится. Не хватает мне дружочка-пирожочка уфа в партию СМО, чтобы парочка была... Такая, знаете, парочка. Русский гусь и татарочка. Я думаю, будет классная парочка. Ой, Данил, наконец-то ты успел. Молодец. Оле, а? Что это? Это ты про что это? Что это про что это? Ну, сейчас посмотрим, что за песня, и я, возможно, пойму твой вопрос, пока не понимаю. У, Максюша тоже здесь, спасибо. Нормально все, ребята. Затаренной музычкой на бой. А Софер, привет. О, мадемуазель, красавчик. 15 шорсов, слушай, ну много посмотрел. Конечно, на стрим пора заходить. Всегда пора, как пионер всегда готов, да? Располагайтесь, ребята, новеньким, особо рада. Я думаю, что чат тоже поддержит. Компания у нас приятная. Здесь мы расслабляемся, релаксируем, получаем удовольствие. Добро пожаловать. Вот чувствуете, да, вот когда играешь в РБшку, у меня еще такие карты большие, когда выпадают, я хотя бы успеваю вас почитать. Смотрите, как, а? Скользнула и там всех просто размотала, черненькими сделала. Этот товарищ не ушел бы от меня. Не-не-не-не-не. Место достойного восемь сторон. Всех против одного мира зверел. Избился стаями. Пыла лет. Кто без креста кинутся первыми? Встретишь удар. Стальными нервами воля в кулак. Пружина сжата. Так надо, если тебя... Не спросили, хочешь ли ты этого боя, правила ты выбираешь сам. В правде твоей твоя сила. Я Мару знаю, я эту песню не слышала, я слушаю. Это знаешь сам. Я знаю, что я победю, конечно. Первый обычно бой у меня как-то, знаете, на такое, как первый блин комом, но я постараюсь. Тут больше старается моя команда, что-то я как-то очень долго объезжала. Ну, вот просто огромнейшая карта. Оп тебе, получай! Ой, злой папа пережил день рождения, живой, здоровый, привет, привет всем, да. Злая танкистка, привет. Короче, по итогам вчерашнего вечера я стал обладателем кучу вещей. От туалетного ершика до... Ага, дочка ему туалетный ершик подарила, двухлетняя, на день рождения. Со словами папы, она была торжественно вручена имениннику. Зато мой кошелек с деньгами не отдала. Поздравляю тебя с кучей приятных подарков. Так, ребята, у меня, короче, тут вот слева вот в этом городочке, вот в этих домах. Шевеление! Заряжает, да, песня?
тебя не спросили, хочешь ли ты этого боя. Правила ты выбираешь сам. Правда твоей, твоя сила, прав других же делаешь свое, ты победишь. Чтобы вот его сюда выцелить. Тигры сейчас завалит по-любе оттуда. О, классный тречок, отличненько. Под субботочку. Мощно, сочно, нагибощно, в стиле Кассандры. Ребята, если лайк забыли, я думаю, уже можно, все, уже не стрёмно сливаться в этом бою. Тигруля мой, вообще огонь. Поконтролирую их тут с респулечки. Здравствуйте, здравствуйте, отец. Здорово, отец. Он не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Все равно я сейчас кого-нибудь тут еще наковыряю. Подождите. Смотрите, смотрите. Прикиньте. Че? Че? Да ты ж маленький мой. Испугался, хорошенький мой. За камушки спрятался. Стрельнул в камни. Ну куда ты против зеленопопого тигра и Кассандры, а? Тем более, это прямая трансляция, ребята, там еще... Еще вижу одного, ребята, ну, видите, дело в чем? Это респа, и они, возможно... Сейчас еще, пока уязвимы, мне самое главное их подловить, этот момент подловить. Такой... Кладбище, да? Респаун, кладбище. Вот я считаю, все-таки несправедливая игра в реалистичном режиме. Фух, давайте я сейчас вот за эти камни что ли припрячусь, потому что очень открыто стою. Занырну туда, даже если они сейчас возродятся и будут знать, что я здесь, я хотя бы себя защищу. Блин, котики, я вижу, что там сообщение, что вы здороваетесь. Вот Гаранта еще увидела. Привет, Гарант. Никита, привет. Здравствуйте. Так, этот товарищ, походу, еще обо мне не знает, да? Ай, зеленопопый тигр не такой, вы знаете, легкий. Свои телеса тут. Камушки спрятал и мучаюсь. Десна. Я Гаймарит. Я Мадрид. Ну давай знакомиться, мой. Подожди, сейчас, подожди, я не готова. Вот сейчас, вот сейчас. Ноги побрила, теперь давай. Как мне это нравится. Ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау. Они меня видят сейчас, конечно, это жестко. Сейчас все, короче, кто за респаются, увидят меня. Сейчас, наверное, не успеют. Не знаю просто по таймингам, сколько тут должно секунд пройти после того, как я заехала в эту зону. Но, надеюсь, уже не увидят. Эгегей! Вау, сухарик бом, привет! Здравствуйте, здравствуйте, Данил, здравствуйте! Здравствуй, гусь, салам, салам, эсэм, эсэсэм, брат вам пополам, здравствуйте, Саша, 608. А так, вот еще, Асафер, топ плей, моя крошка тоже решила тебя пос... А кошка, кошка твоя? Крошка, кошка, приятно, что кошки тоже меня смотрят. Моя кошка тоже меня смотрит, вот прям рядом лежит и смотрит на меня, типа, это, ты вообще на что жизнь свою тратишь? А ну бери, давай эту веревочку, гоняй со мной, играй.
Че ты, говорит, фигней занимаешься? Вот все в ее взгляде читается каждый раз, когда я на стриме ухожу. Элден, привет! Здравствуйте, Ledge of Legends. Приветствую. Что такое? Что взгрустнулось? Что? Фу, ну нормально, да? Мы их тут на респе прямо задавили, зажали. Команды у меня тоже молодцы, хотя полбоя я вообще ехала и абсолютно ничем не занималась, никого не встречала. Там было скучно, а вот сейчас мне очень даже весело. Ау. Слышали, да, какой? Немецкий командир поругался, бери немножко, говорит. Че, говорит, ты тупишь-то, чат читаешь? Надо было ехать и разматывать. Ну ладно. Герой Блица, привет ребятам из Блица. Огромный привет. У меня вот злой папа тоже в Блиц играет. Есть здесь очень-очень много людей, которые приходят сюда на стримчанский, потому что нас объединяют, ребята, с вами. Со всеми наша любовь к танкам. И неважно, какая она. Наша любовь — это War Thunder или Blitz, или мир танков. О, неважно, самое главное, что мы классно проводим время. Сейчас, ребята, я разберусь. У меня песенка еще есть, вообще-то, дак, от злого папы, которая почему-то не подключилась, потому что марамушта. Почему? Сейчас ее постараюсь найти вручную. Подрублю, Артур, все будет хорошо. Видела ваше пожелание в чате? Но все-таки я предлагаю, ребят, немножко разнообразить, да? А очень хочу Ауфа. Давайте сегодня я покачаю все-таки Ауф. Очень хочется. О, как раз что-то серьезное прям такое. Коля, ты че? Была спокойная, нормальная суббота. Ты че решил взорвать ты ее? Извините, говорит, не можно врываться? Врывайся. Не надо спрашивать. Пинком ноги прямо делай это. Спасибо, Коль. Ну ты вообще сегодня удивил, конечно, в очередной раз. Ну, ребят, у нас классная песня вот прямо сейчас играет. И давайте покачаем немножко все-таки. Хотя бы дайте мне 1-2 боя сделать, чтобы у меня прокачка шла. У меня есть партнерка с гайджинами. Я могу это все дело попросить, чтобы даже линейные танки мне открыли, понимаете? Но все-таки вкус к игре, он должен оставаться именно тогда, когда мы с вами качаем, прокачиваем технику новую, чего-то достигаем. Чувство удовлетворения, оно максимально. Максимально вот такое вот обволакивающее, да, когда мы чего-то добиваемся. Думаю, что большинство людей, которые играют в War Thunder, это вот именно те люди-достигаторы, которые идут и к чему-то приходят. Гульнас, привет тебе! Я думаю, что это не Гульнас, а скорее всего сын Гульнас, да, но в любом случае привет! Держусь от греха подальше, но стараюсь не терять его из виду. Все понятно. Бульдозеру волосатому привет. Пора на шугаринг, наверное, да? Чтобы стать этим голеньким бульдозером. Лысеньким. Лысенький бульдозер. Илья, привет. Слушайте, вот который раз уже русов встречаю. Пул какой-то, видимо, да, новый. Шорт сегодня у меня вышел, как у меня самолет моим. Тоже человек из русов подбил. Короче, те, кто знают этот пул, привет с канала Кассандры, им передавайте. Сейчас уже в этот раз мы в одной команде. Вон они, смотрю, еще один. Играют вместе. Полки катаются. Дозер, приветствую, Андрей, категорически здравствуйте. Ислам Про, приветствую. Вот они, ребята с Блица, да? Здесь нормально. Находят комфортное местечко, да? Немножко от Блица тоже, ребят, надо отдыхать. Вроде как танковая тематика, но немножко другое. Можно отдохнуть, сравнить. Опять же, все же в сравнении познается. Серега Плотник, привет, друг. Здравствуй. Союзные войска захватили точку. Пазер Плей, здравствуйте. Андрюха говорит, о кому, какой русический голос, Андрюха. Ты что, первый раз, что ли, на стриме? Рома, Роман!
Спасибо. Это Рамштайну, что ли? А давай. Давай. Рамштайн — это всегда тема. Ой, ACDC, Металлика. Вообще все роковое, это вообще крутяк. Опа, Коля, короче, почему-то твою песню перескочила. Я не знаю, то ли глючит. Нет, скорее всего, это не эту штуку глючит. Она, видимо, распознает, может, там 18+, клип какой-то. Или еще что-то. Коля, давай следующую. Ладно, я поставлю твою, я вижу ее. Тем более, песня вообще горячо моя любимая. Ту песню, которую Коля заказал, она после Ромы, песня будет после Рамштайна. Она у меня была в каком-то шорте или в ролике. Представляете, ребят, мне в комментариях человек пишет, говорит, вообще-то это политическая песня. Я говорю, в смысле? Начала мониторить, смотрела, короче, историю вообще этой песни. Песня, конечно, появилась гораздо раньше, чем политические события развернулись. Я видела эту свою смерть, я стояла к ней лицом, блин, так обидно. Ну ладно, хотя бы одновременно тоже приятно, да, даже в War Thunder приятно, но вот уже никак не успевала я, ребята, вернуться. Ладно, давайте дублера возьму, давайте сделаем чпунки на дублерчике. Дамирчика еще вижу, вижу. Сыграй, пожалуйста, в Tanks Blitz. Блин, ребята, очень много запросов на Tanks Blitz. Но что-то меня как-то вот особо туда не тянет. Видите, канал совсем другое развитие уже берет. Я для вас еще один сюрприз готовлю. Скоро будет, я думаю, что в августе новая игра. Вы вообще офигеете, вообще офигеете. Мы там с вами онлайн будем разговаривать с другими людьми, которые не будут знать, что у меня стрим и что я стример. Вы обалдеете просто, насколько там будет офигенно. Мне кажется, это настолько нам всем понравится, и мне, и вам, что вы скажете вообще, нахрен эти танки, Кассандра, давай каждый стрим запускать по этой игре. А еще, знаете, ну вот с этими-то моими способностями, да, там будем что-нибудь, ну там или это, разговаривать как-нибудь вот так, да. А еще, кстати, я так тоже могу разговаривать, да, позволила вчера себе немножко поговорить на стриме, показала братве дядю Шуру. Пацаны у меня там немножко прифигели, конечно. Ну что, ну что есть, то есть, да, ну знаете, рабочая гортань у меня, умею я всячески свои голоса изменять, и, ну, не считаю, что это какой-то минус. Так что, ребята, та игрушка, которую я для вас готовлю, это будет бомба, бомба. Оставайтесь на связи, телеграм-канал, подписывайтесь, оповещения там будут, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Ксиланс, категорически тебя приветствую, здравствуй, мой хороший, сколько стримов ты уже пропустил? Очень рада тебя видеть, Ленинграда. Очень рада, с Ленинграда. Сейчас уже просто, ребят, отвлеклась. Потому что... потому что у меня тут враги уже рядом. Они вообще с любой стороны сейчас могут быть. Блин! Извините. Пардон! Пардон! Спасибо, товарищу, дружочку-пирожочку. БМПХ, ты красавчик вообще. Иди обниму. Вообще запомните этого человека, это мой спаситель. Чудо, чудо. О, parler français, я же француженка. Давай ты, француженка, садись на хвост БМПшечки. Он такой надежный машина. Мы очень любим БМП. Да, французские женщины обожают БМП. Причем, смотрите, парень что делает. А ему тоже пофиг. Извини, что я опередила тебя. Сейчас злится, наверное. Не уходи, БМП! Подожди, подожди! Постой, постой! Мне надо было спастись, иначе бы он меня размотал оттуда. БМП, скорее всего, его видит. Он сейчас ему в борт зайдет. У меня моя сейчас роль — отвлекающий маневр. Я должна и привлечь его внимание. Там он не один еще, прикиньте. Это же дорожка с респы. Там просто стадо сейчас стоит, ребята.
Оль, сейчас мы твою офигенную песню включим. Не только твою и мою, потому что я ее тоже люблю. Напряглась немножко тут. На! Блин! Зараза! Умри! О, малыш, малыш! Малыш! Он их че? Он растворился, да? Он такой маленький, что ему там вообще буквально это под любой кустик спрятаться можно. Ох, пардон за мои эмоции, пардон, просто сегодня le parfum français. У меня пока, ребята, очень кайфово устраивает перезарядка еще с умо. Просто такая скорострельная штучка. Приятно играть на этом боевом рейтинге. Очень приятно. Я попробовала. Это самое главное. Василий Игнатьев, спасибо. Тихо! Нормально, ребята, я могла бы сделать гораздо больше, но видели, Варика уже просто не было. Офигеть, классный бой, классный зачетный бой. Вот за такие бои просто обожаю War Thunder. Вася Игнатьев, спасибо. Ребят, две песни сейчас будет от Коли Воробьева. Сейчас я ее подрублю. Она почему-то автоматически не включается. Фух, посмотрим сейчас, сколько там мне до прокачки Ауфа еще осталось. Я так думаю, что за два боя, за хороших боя можно было бы затащить. Так, что у меня в чате происходит? Тимтер, короче, советую тебе сменить сервера вместо ру, смени на евро. Там игроки более добрые, слегка. Да, блин, не думаю, что разница прям принципиальная будет. Можно попробовать Шрек. Кассандра, привет, как думаешь, даблкил одним выстрелом, а с расстоянием от одного врага до другого примут в War Thunder Show? Это бывает частенько, и не думаю, что для War Thunder Show это прям будет супер видосом, но смотря как ты это преподнесешь, попробуй. Пробуйте, люди, надо всегда пробовать, даже вот стрелять по кустам и по трупам тоже надо пробовать, потому что иногда тебе кажется, оно бац и оказывается фрагом. YouTube тебя приветствует, те, которые тебя без трансписи нравятся. О, есть, да, любители шорцев и фанаты, я вспомнил, тоже играю в War Thunder. Так, у меня любимые танки С4 и Су-152, хороший выбор. Про С4 особо сказать не могу, не так часто каталась, а кому-то сбоку понравилось War Thunder. Так, меня, тебя видят, Райхан, видят, просто чтобы с тобой общались, надо что-то о чем-то, понимаешь, разговаривать, а у тебя просто как бы, ну, пустые фразы получаются, поэтому с тобой никто не общается. Максим, спасибо. Вау, сейчас будет что-то такое, да? Сейчас я пока это нажму на паузу, потому что у меня сейчас в руку идут песни, которые почему-то не захотела эта программка включать. Озвучку War Thunder с твоим голосом. Саш, привет, слушайте. Ребят, уже обещала давно вам, как-то мотивашки, что ли, просто нету. Хочу записать, да, для немецкой нации своим голосом мод, его можно будет. Коля, спасибо. У тебя вообще, конечно, спасибо. Скоро постараюсь, ребята. Я прям на карандаше это держу, постоянно об этом думаю. Уже начинала, как-то бралась, но вот то одно, то другое не успеваю. Просто катастрофически. Иисус 2008. Привет, вчера был классный стрим. А что вчера и сегодня тоже классный стрим. Вообще здесь чаще всего классно. Бывает, конечно, когда, знаете, я, допустим, у меня настроение не очень, я зайду и думаю, ну сейчас зайду на стрим, настроение себе подниму. А бывает, что вот, ну не получу. Вася!
Василий, какой нескромный Вася, боже мой. Спасибо. Спасибо, Васенька. Слушай, а ты случайно не перепутал? Может, ты без нолика 150 рублей хотел? В любом случае, от души, душевно в душу благодарю. Песня вообще классная, да? Давайте я под нее дочитаю чат, потому что очень много пропустила. Вот Алешу Никифорову пропустила. Привет, как будто на радио зашел. Максим Иванов, привет. Ну, а почему бы и нет? Я надеюсь, что это приятный формат стрима для вас, да? Привет, как дела, красавица? Айсаян, привет, все отлично, все прекрасно, выходные замечательно. Я надеюсь, у вас тоже выходные проходят очень хорошо. Ай-ай, а воины света. Вот эта песня, она появилась гораздо раньше, чем все эти политические события. Посмотрела я, вот изучила историю, нифига она не политическая. Ее просто использовали при политических событиях. А так-то как бы совсем она о другом, ребятушки. Но на всякий случай я убрала это дело. Так, сейчас подождите, подрубилась песенка уже следующая, но у меня еще есть в руку еще одна песенка. Сейчас я сделаю. Чуть-чуть, Максюш, чуть-чуть. Ладно, по времени, потому что Вася еще одну песню заказал, он ссылку скинул, он не ставил ее туда, куда надо. Оп, оп, тряхнем стариной. А ну-ка, а что такое под эту песню, ребята, можно взять, а следующее? Давайте это «Per la France perdue» поедем дальше, да? Почему бы и нет? Почему бы и да? Покачаю еще немножко. А, уф! Рок жив, тебе тоже привет. Здравствуйте, котики-бегемотики. Здравствуйте. Так, шорт с КВ1 продолжится. То, говорит, очень прикольно. Ты зайди на канал, ты, мистер Дис, ты не представляешь, сколько там шортсов. Там уже просто... Я раньше по 2 шорца в день делала. Это ты не представляешь, какая там тьма шортсов. Там про все танки есть. Спасибо, Александр, благодарю. Голос огонь, благодарю. Нет, стрим я не заканчиваю. Мы с вами еще, можно сказать, только-только начали. Так что еще все веселое, интересное впереди. Юра! Механик, привет, привет, привет. Так, я тебя где-то пропустила, но я вижу, что а с тобой здороваются. Почему не вижу твое сообщение, понять не могу. Давайте, ребята, возьмем сразу саму СМ. Почему бы и нет? Ну, из того, что здесь есть, наверное, это самый разумный выбор пока, да, на данный момент. Рома Воронин, привет! На советах выйду, да, обязательно. Обязательно советы сегодня будут, ребята. Здравствуйте, Егор. Можно ли со мной, Егорушка? Ты захочешь, еще кто-то захочет, кто-то обидится, кто-то пойдет мамке пожалуется, кто-то просто в подушку зарыдает, чтобы никого не обижать, ребятушки, не играю на стриме ни с кем. Вот как-то вот так подумала, что так будет проще, чтобы никого не обижать. А то я переживаю, очень переживаю, что я могу кого-то обидеть. А как-то у меня на 3000 подписчиков на канале был стрим с подписчиками. И знаете, вот не получилось просто покатать со всеми. То в раз 10 человек были свободны, то потом кто-то отвалился, потом пришел, обиделся, потому что у него появилось время, а я уже, понимаете ли, не могу его взять, потому что катаю с другими. Бесят вот эти вот пострелюшки от союзников. Я первое время прямо, знаете, вот вздрагивала, потому что думала, что меня стреляют. Но тут я логически понимаю, кто может стрелять. Только союзники могут стрелять. Так что лучше не реагировать на таких друзей. Виктор, приветик. А сможешь меня добавить в друзья? Слушайте, ребят, я просто после стрима всегда забываю. У меня постоянно десятки этих пригласов в отряды, в друзья. Я, наверное, все-таки остановлюсь на том, что у меня вот на данный момент в друзьях ребята, те, с кем я играла в «Тундру вместе». Думаю, что это будет правильно. Я их знаю, я их помню. А если я начну всех подряд новеньких, кто заходит на стрим и пишет в чате, с кем я даже вот как бы не знакома, с кем в боях не была, наверное... А-а-а, это будет неправильно! Саш Миваль, привет, добрый вечер! Ту-ду-ду-ду-ту! Ари, татушки, татушки, тата. Жалко, жалко очень дублера. Ну что, что поделать, игра есть игра. Адам Ант, привет, спасибо. В ТикТоке увидела, из ТикТока. Вообще, ребятам привет, молодцы ведь, да? Кто-то вообще даже вот в ТикТоке пишет комментарии, что за игра? Я думаю, капец, как можно вот, как можно быть таким...
неадаптированным, что ли, как вот какое слово-то, да, предложить. А кто-то находит ТикТок и умудряется перейти в профиль, увидеть там ссылку на Ютуб, перейти на Ютуб, зайти на стрим. Вот это прям вот, ну, прогрессивные люди человечества. Вот прям перед вами снимаю шляпу, красавчики. Адам, спасибо большое. Харькова тоже привет еще. Скоро в танкс блиц. Ой, Маус, Маус. Я не знаю, как у вас в танках блиц, ребята. Ой, сейчас поменяю песенку. У меня там есть заказики, это автоматически у меня просто подключилось. У нас от Максюши есть песня с Сандры Кассандры. Дилька, привет! Ух ты, какой наглый, ты чё? Охренел вовсе, что ли, а? Какой-то вот, знаете, вот пластмассовый танк, а я ему только наводчика выбила, да, первый раз. Мне вообще это не устраивает. Ваншотить только так надо. Как он красиво, да, подставила на лодыжечку-то свою, прям такой говорит, на, возьми меня. Гусли раздвинул и принял мой снаряд. Тут товарищ еще где-то трется. Короче, я не из тех, кто будет стоять на респе и ждать. И... А, вон он, вон он, вон он, видите, деревья валятся. Растерялся, да? Стоял вроде как, караулил меня. Очко за очко заработала я. Надеюсь, и ваши лайки тоже заработала. Форест, привет. Оля. Ой, подождите-ка, ну-ка, дайте-ка я мотну. Так, да, Коля, 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 спасибо, Коля. Христы, Череповцу и Киеву. Ребята, привет! Здравствуйте, Колобана! У меня кошка дуреет вообще. У меня сейчас на сушилке висит простыня. На эту простынь пытается скинуть сушилки. Вы представляете? Так что, если вы услышите звук, не переживайте. Это просто сушилка вместе с простынью с кошкой пойдет на лобану. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на, promise me midnight, me-me-la. Сейчас поеду тихонечко в сторону их респы встречать. Видите, у меня союзник сейчас забирает точку. То есть они думают, что меня здесь как будто бы нет. Они будут рвать когти на точку, которую они сейчас... Все, они думают. Я не знаю, какой-то слишком это... Ладно, что, давайте на самолет или дельфин? Самолет или дельфин? Или пантеру, дельфин, или самолет? Давайте полетаю. Что-то как-то полетать мне так вчера классно. Полетали на стриме, да? Вообще клевый просто был стримчанский. Бишкеку тоже привет. Александр Пинчук, как меня зовут? Не поверишь, Александра. Прикинь. На-на-на. Роман, спасибо за лайкосик. Благодарю, ребята. Да, кто-то, видимо, не услышал мои ответы по поводу совместных покатушек и друзей. Но пусть перемотает. Я ответила. Надо внимательнее слушать. Бананы из ушей надо доставать. Или у вас там уши заложило от моих фрагов предыдущих. Да, допускаю. Такое может быть. Не щажу я ваших ушек. Не щажу. Классная топ-песня. О, надо на советах, короче, ребята, ехать. На чем советском поедем на следующий бой? Давайте подумаем вместе. Предлагайте варики. Какие будут? Летом на рассвете заглянул в
соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Станем над рекою зорьки летние встречать. Раскурявые гром зеленый лист призной. Ой, гениальная песня, гениальный фильм. Столько там доброты, любви, надежды. У меня сейчас тоже надежда. Вот этого товарища, давайте я сейчас... Чпоньк, чпоньк, не получила! А, нет, 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 нет! Еще, ребят, не чувствую, вот знаете, вот этого момента, когда могу врезаться, когда нет. Ай, не надо, пожалуйста, а? Пердак, Андратак, привет! Привет, Влад, Лене, привет! Куда ты, блоха, покатилась, а? Рита-тушки, рита-та, рита-тушки, рита-тушки, рита-та, очка-сочка, нара-нара-нам-нам-нам, нара-нам-нарам-нарам-нарам. ИСА 7-го нет, а 3-4-ки, ребята, тоже разные есть, поэтому предлагайте, конкретизируйте 3-4-ок. Да хреновый, кривый, мы вообще. Товарищ гвардия-майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Обращайтесь. Добрый вечер. Товарищ капитан. Пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Классный фильм. Инай-най-най-най-най-най-най! Ра-та-та-рам! Еще одного присмотрела. Лишь бы он меня не видел. Ребята, меня стреляют! Меня стреляют! Ах! Каплюшка какая-то ему всего лишь припала. Лавочка, лавочка сбита, ваша Санечка. Ой, боже мой, Райсли даже здесь. Здравствуйте, уже день ВМФ, серьезно? О, какая песня. Су-100П, КВ-2, Т-72, Су-100П, требую ЗИС, ИС-4, ИС-2. 3-4, как старые, добрые. Блин, ребята, у нас такая нехорошая ситуация здесь. Западло сливаться, да, ведь? Ну, что я сейчас на своей... Ну, давайте, давайте, пофиг, давайте. Я зайду, да, покусаюсь хотя бы, да? Покажу сопротивление. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губа. На дереве! Вот. Темная ночь разделяет. Не успела. Ладно. Не все скоту масленица, да? Бывают и сливные бои, куда деваться, без этого никак, это игра. Мы должны, ребята, быть к этому готовы. Так, Москва на связи, Москве привет тоже. Так, что еще у нас? Хлебнула воды из Байкала, Вань Стриж, привет, птичка. Я на ней почти полгода подписан. Так, 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 просто смотрю тот фильм. Я, говорит, просто фильм смотрю, да, Сталкер? Нормально. Так, я 120 дней, КВ-2 с фугасом. Как у тебя это выходит? Ром, что именно?
Поздравляю, Лангомир, зеленопупый тигр. Лангомир, у нас еще не наступил, играет до конца. Да, у Дальнего Востока то уже воскресенье. Доброе утро, Дальний Восток, доброе утро. Ой, отец Иннокентий, благодарю. Ой, давайте похулиганим. Мы за хулиганство, особенно в выходные это дни, да? Можно и похулиганить. Что-нибудь качается, да, так уже, само собой. Так, ну что, ребята, советскую технику вы, значит, предлагаете. Предлагаете 34-ки, КВ-2, СУ-100П. Давайте я возьму сетапчик, где у меня есть СУ-100П. Там еще другая очень интересная техника есть, разнообразная. Думаю, что удовлетворила бы потребности и запросы многих из вас, если бы выкатилась, да? Давайте попробуем, посмотрим, дойдет, не дойдет вообще, по крайней мере, до... На 44-ки или до акации. Потому что начинать буду, естественно, сразу с СУ-100П. Знаем почему, да? Потому что танк легкий, открытый, не бронированный. Пока не полетели самолеты, надо брать именно всего. Поззи, привет! Егор, привет! Здравствуйте, здравствуйте все, кто присоединились. В валенках теплых и красном пальто. Кто? 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 Его давно знают на зимней опушке. Белочки, птички и другие зверушки. Про Детройт мы тоже уже общались. Что-то как-то особо не проголосовали за эту игру. Больше за Атомик проголосовали, за Мафию проголосовали. Говорит, не поставил лак. Вот Петр Чайковский. Слушай, он что, тоже из этих, что ли, да? И синичку тошни. День-день-день, попка сыну звонит. Давайте покружимся с водой. Блин, меня отвлекает эта песня, я хочу ее послушать. Ладно, потом послушаю. Ради веселья нам необходимо на праздник позвать извращенца Вадима. Одной рукой он нарежет салат. Ай, блин! Если хотите, прощай! Желание сбудется неотвратимо, коль ты загадал. Колесник, он быстро успел сюда приехать. И хвалит Вадима. Да, он еще такой шустрый, блин! Сложно выцелить. Отвлек меня вообще, это плохо. Сейчас вот там товарищ, надеюсь, то, что он выкатит сюда. Объект его там возьмет, не возьмет. Ползи сюда, ты же будешь смотреть сюда по-любому, да? Давай под меня, прям под меня, давай, под меня, давай, давай, давай. Умница, мой хороший. Правильный, правильный очень противник попался. Адекватный. Слой папа, спасибо. Кто помнит эту песню? С какого фильма? Давай посмотрим, что за песня из какого фильма. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот и фан, привет, все отлично. Нас подбили. Нас подбили. Как хорошо, что он продублировал это голосом, а то ведь я не знала. Я ничего не могу сделать, потому что вот это вот херобора тут, понимаете? Нас подбили! Такая озвучка, я вообще офигеваю. А то я не знаю, да? А то мы с вами не понимаем, что происходит. Ну и все. Ну что, тут уже все, если тут кто-нибудь не отвлечет. Ой, ребят, там злой папа вам шараду загадку заказал. С какого это фильма? Узнаете, не узнаете? Я потому что... Такое ощущение, что улитки там поработали в этом фильме. Так, ну что, СУ-100П уже брать, наверное, не буду. Давайте что, возьмем красоточку нашу акацию, да, два... Как, кстати, она читается такой правильно, даже не знаю. 2С3М. Так читается или 2С3М? Джинтоник, что ты смеешься? Что ты бесмешно? Что вы там все смеетесь? Владислав, приветствую. Смешно им там, а?
Что-то мне совсем не смешно. На канале у меня есть видео про вебку, называется. Там можно найти ответы на все ваши вопросы. Кем они стреляются там по коридору? Дайте мне. Ну, так, бак, так. Короче, братва, что-то у меня сегодня вообще игра не идет. Блин, второй раз уже друг в дружку, да, вот так вот. Так уже хочется просто вас почитать. Сейчас еще песня такая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну-ка посмотрим. Pearl Harbor есть предположение. Но я не вижу там актеров оттуда с Pearl Harbor. Такое ощущение, что это просто игра какая-то рекламируется. Антон Журавлев, боже мой, какие люди в этом чате. Здравствуйте, Антон. Так, блинчики тебя забанили. Какие блинчики? Что значит блинчики? Этот фильм не смотрел. Я тоже не знаю этот фильм. Это фильм вообще, что ли? Сейчас злого папу будем крутить. Давай, Артур, колись, что это за фильм такой или игра? Коля-коля. Извините, а за что? А что у нас там будет? Матершинное что-то ты поставил, да? Матьки будем слушать только за это. А за остальное извиняться не надо. LVE39, здравствуйте, дальнобоем, привет. Так. Пыталась, говорит, не заговорить на немецком, да. Я вообще, я не знаю, ребят, вроде как вот понимаю, даже когда на французах, да, еду, хотелось бы как бы, ну, что-нибудь, а у меня уже все, у меня уже настолько язык адаптирован под что-то вот в Хау Кассандра в своем репертуаре, что я уже не могу даже, да, по-другому разговаривать. С World of Warships из картохи, да вы чё? Днепер Харбор, мне это, судя по логу, просто из игры. Мне тоже кажется, игрушка какая-то. Ну вот, ребята, Warships подсказывают это, да? Давайте выкачу красотку свою. 44-ку. Немножко хоть это пыль сдую из брони. Да покрасуюсь перед вами. Посмотрите. Посмотрите. Поверхность софт-тач. Хромированное золото. Дань, привет. О, Макс, Исаул, здорово. Привет, привет. Доброй ночки, не спящие дружочки. Пацаны, давайте затащим. Пацаны, давайте затащим. Да. Охренеть! Затащила, блин. Что-то нечестно, как-то нечестно, мне не нравится. Вчера такой стрим офигенный был, так все было здорово, сегодня что-то вообще ребята не прет. Ладно, а что я раньше времени? Это всего лишь час посидела в тундру, поиграла, уже выводы какие-то сделала. К себе на коленочке. Вот. Чтобы это враги не увидели, если ему станет очень страшно, и он отосикнет в штанину. А, так, что-то там мистер Владимир написал, при открытии бутылки с вином задействуется 14 мышь, пойду займусь фитнесом. Пойду, говорит, займусь фитнесом. Ух ты! Разный дом! Ух, лиха! С песнями да гиканьем, с шашками да биканьем. Охотник, привет, привет! Едут, едут кубанцы по верхам. С песнями да гиканьем, с шашками да биками. Едут, едут кубанцы по верхам. Там, где дурью мается меньший брат, свет наливается, вина горит.
Розенбаум очень уважаю, нравится. Ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки, и под бочение сотни выскочил отца, не видывал малой. Короче, пошла в другой бой, нахрен. Все, не поеду я больше на этом сетапе. Я надеюсь, ребята там без меня затащат. Что-то меня вообще это крайне не устраивает. Просто ошибка, они абсолютно не устраивают меня, да. Мне хочется самой кого-нибудь чпонькать, а не чтобы меня только чпонькали. А что-то меня в этом бою очень часто чпонькали. Девка ошалелая, шасть сундук, тащит платье белое. А с фильма «Widowway» и игры «Warship», понятно, да. Что-то там вообще-то фрагменты были еще и с «War Thunder» тоже, как-то совместили, видимо. Все ближе, ближе к дому казаки, уже знакомы ветер у щеки. Играли, он не сказала кому, это про что? В бою какой-то момент был, да? Не торопись жить, ладно, не буду торопиться. Камуфляж, но 44 с кейса. Нет, с War Thunder Life это. Блин, ребятки, не играю ни с кем, чтобы никому обидно не было, потому что очень много людей просят, и друзья просятся. Не делаю такого, чтобы никто не обижался. Как музыку заказать, ребят? Под самим Стримчанским есть две ссылочки. Лучше по первой. Открываете ее, а там, знаете, вот, как любое бланк заявления, там все просто. Давайте-ка на 4-0, что ли, прокатимся. Не журись. На колья растащили весь плетень. Вот он, гроза моих шорцев. А сколько комментариев он там собрал. Виталий, спасибо. Спасибо, Виталий, от души благодарю. Злой папа, спасибо. Давайте, давайте оценим. Виталий, судя по всему, первый раз, да? Потому что, ну, разобрался человек уже здорово, молодцы, ребят. Вот умнички же, умнички. Ничего сложного, по идее, да, ведь там в этой донатилке нет. Я тоже как-то вот первый раз, когда только тоже хотела задонатить, посмотрела, разобралась. И у меня все с первого раза получилось, ничего там страшного, сложного нету. Ой, ты от Исаула по-любому, да, ведь эта песня? Он такой народный фольклор подрывает. Анзор, привет тебе, пупсик. О, да, как раз-то под КВшечку богатырскую. Эй-эй. Русич! Привет. Здравствуй, Русич! На границе Русич, группа Планета. Ай, мне же искать получается надо. Ладно, давай попробую найти. Сейчас после песни «Злого папы» остановлюсь. Попробую на Ютубе найти. Просто, ребят, надо заранее вот находить на Ютубе, копировать ссылку музыкального клипа, который вы хотите поставить, и вставить туда, там, когда в донатилку вы отправляете, там есть медиафайл. Вы эту ссылочку туда вставляете, она автоматически начинает в порядке очереди играть с музыкой других ребят. А так мне надо заходить и искать вручную. Не вопрос, найду, конечно, но на будущее просто. Спасибо, спасибо от души. Геральт, да, не взрослейте, говорит, это ловушка. Это точно. Давайте не будем взрослеть. Какие голоса, прямо вот ушки радуются, да? Так,
Так, ребята, короче, я на охоте, ищу ящеров. Охотиться сейчас будем. От злого папы следующая музыкалочка. Ага, походу на мосту, ребята, кто-то стоит. Почему мы точку не можем забрать? Надо наверх заезжать, а чтобы выехать наверх, надо зачищать. Давайте я лучше вот с той стороны поеду. Антион, Антони. Паттинсон, Дансинг. Хорошо, спасибо. Сейчас я вам тут тоже потанцую, ребята. Вот он, видите, мы из-за него точку не можем забрать. Он решил, что он самый умный. На тебе, понял ты? Слышь? Так, ребята, тут еще ящеры подкрадываются к нам. Ой-ой-ой, короче, их уже четверо. Не-не-не, я туда даже вот как бы лезть не могу, потому что они меня просто размотают. А если еще оттуда вылезут, это кошмар будет. Давайте вот за этот камушек я встану. Но дальше мне к ним двигаться очень опасно. Если бы вот эта вот грядка еще с точки бы за мной подтянулась, чтобы прикрыть меня. На тебе, блин! Давайте фугасом лучше такого, надо фугасом. Ящер, поручи, получи! Этот, видите, еще смотрит туда, залипает, еще не успел меня увидеть. На! Ой, размотала я ящеров убогих, ой, показала силушку-то я богатырскую. Коленька увидела, прости, солнце отвлеклась, просто поглощена была моментом процессом игры, спасибо. Всех мариманов с наступающим от Николая Воробьева, ребята. Всех с наступающим, кто имеет отношение к этому празднику. Так, вон у нас пошел, да, он через этот, через дырочку, через эту. Я, конечно, сейчас очень рискую левым своим бортом. Причем, вы знаете, вот делаю вещи и думаю, и вот оно! Собака уже приехала. О, какой! Их два! Жестко! Против флака! Вообще, конечно, ребята, это жестко. Ну вот что вот мне надо было делать в этой ситуации? Ну вот расскажите, вот вы как скилловики-нагибаторы, расскажите, что мне надо было? Мне надо было сдать назад и сидеть на точке и точку удерживать, но ведь это же скучно. Ну согласитесь, это очень скучно. Геральт, а ты походу из Ривии, да? Знаешь, говорит, что говоришь? Так, унесет в Париж Наполеоны. Ой, спасибо. Спасибо, Рахмат Бедзу. Рахмат, благодарю тебя, отец Инкинди. Здравствуйте, Джефф. Магнум, привет, отец, тебе тоже. Ага. Алка-валка на границе с Эстонией. Не понимаю, чем помогут. Две фанеры по полкам танка. А, ну как, если, допустим, это будет фугас какой-нибудь, они очень даже тебе помогут. Так, а что за праздник? А, собственно, вообще-то сегодня суббота. А разве суббота? Это не праздник. А еще вообще-то за окном лето. Это тоже праздник. Это повод оттягиваться, отдыхать, кайфовать, наслаждаться выходными. Приветик, у тебя все хорошо. Приветик, Александр. У меня все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже все замечательно. Действительно, ясно. Так. Ищи. Такие эмоциональные озвучки. Прям. Ну ладно, сейчас еще не спаем.
Ой, сейчас я ведь должна там еще в руку песню найти. Сейчас найду, 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 ребята. Что-то отвлеклась, в игре заигралась. Так, без ссылочки просто Русич отправил группу Планетарий. Сейчас я постараюсь ее найти, посмотрю, что там у нас. Ага. Нормально должно зайти, да? О, смотрите, он подумал, что я труп, да? На! Что это вообще было? Я отвлеклась чисто на музыку вообще. Как это получилось? Блин, War Thunder полон. Полон сюрпризов, это однозначно. Так, я сдаваться не буду, ребятушки. Я лапы свои пускать не буду, у меня еще СТЗ есть. Ревзи, доброго вечера. Ну, как отец Иннокентий Бобби Браун? Я не считаю, что это кто-то ее загубил. Это ведь как бы ее жизнь была, это был ее выбор. Че кого-то обвинять? На сектор газа, да, похоже? Так. Меня такое попадание не устраивает. Сейчас я его сожру, ребят, поближе подъеду. Его уже подлезали. Если бы, ребята, это было возможно, если бы у меня реально такой золотой Т-34 был. Ну, я, по крайней мере, пыталась оказать ожесточенное сопротивление. Гоу потом группу крови. Ой, сегодня Стримчанский начала с группы кино. Ислам Кро вернулся, молодец. Кир 705, так, зеленый интерфейс, так там же в настройках же это все делается. Делается все, ребята, в настроечках, надо посидеть, просто потыкать там, поразбираться. Так, котики мои, сейчас буквально минуточку я вернусь. Песенка пока остается и, возможно, автоматически подрубится другая, но я вернусь. И мы с вами с паузы снимем те песенки, которые у нас пока стоят на паузе. Сейчас буду, минутку. Hi, Tiger.
доброго вечера. Ребята, завтра в Москву еду на недельку. А вот моя любимая песенка. Блин, пацаны, короче, я думаю, что, наверное, мы не будем эту песню выключать. Она автоматически подключилась. Пусть она будет. Давайте я пока минутку в чате с вами пообщаюсь. Давайте подумаем, какую мы еще технику сейчас возьмем. Обожаю Талькова просто. Причем у него очень много разнообразной музычки. Куда ты взяла? И серьезная, и политическая есть музыка. И музыка душевная, и музыка, блин, всякая вообще абсолютно. Под любое настроение, и веселое, и печальное. На-ра-на-ра-на. Так, 12 лет, а зачем инфа? У нас 36 бывает. Женился вчера? Вчера женился в 25? Кто? Ты? Пацаны, как у вас с погодой? У нас прям шик. Ой, ребята, я тут пропустила. Нифига себе, минуту отошла тут. И Саул еще, да, отправил донатик. А мне нравится народный фольклор. Мне тоже очень нравится. Причем, знаешь, многих народов фольклор нравится. Он всегда какой-то вот такой народный. Какой-то такой душевный, красивый. Много-много качественной музыки. Я благодарна моим зрителям, что вы приносите такое разнообразие сюда, и что мы так кайфово время проводим. Ревзи, доброго вечера, ребята. Завтра в Москву еду на недельку, а вот моя любимая песенка. Сейчас послушаем и твою тоже любимую песенку. А, да, Тальков поет, Коля, все правильно. Обожаю Талькова. Надеюсь, если тебе нравится Розенбаум, я надеюсь, что и Тальков тебе тоже заходит. Так, в МСК на Байдар как порой можно передвигаться. В смысле, сейчас дожди, что ли? Там Миш Кузнецов, привет, так шортс. Парковку на увидел. Ты тогда успела поиграть-то? Да, там целый стрим, он же как бы есть. Отлично, Димон. А мы удмурты, нам скидка 25%. Кассандра девушка еще 25%. По картинке у нас блондинка еще 25%. 50% скидка, то, что она стример. Вот такая универсальная отговорка. Конечно, отговорок полно можно найти. Так, что еще у меня котики мои пишут? Пишут. Свадьба без драки. Так, это не свадьба, о да. Свадьба это вообще клево. Ох, ребята, кто будет жениться, зовите, приеду. Приеду, проведу свадьбу вам. Я вообще даже, знаете, думала, планировала, как бы, ну, YouTube же это как бы не навсегда. Все равно надо как-то куда-то дальше двигаться, развиваться. Ну, вот, допустим, будет у меня 1 000 000 подписчиков, да, будем мы с вами вместе развивать канал, вы будете свидетелями всему происходящему. А типа, ну, потом как бы что. Я вот даже думала, да, может, тамадой стать, да, что-нибудь такое, вот как бы, чтобы было. Сейчас я тормозну эту песню, которая уже закончилась, и возобновлю от Коли Воробьева к предстоящему дню ВМФ для всех ребят, кто имеет отношение к этому празднику. Так, а что ребята еще у меня просят? Что-то как-то все советскую технику вы, ребята, пишете, да? Все советы вы хотите. Что же мне с этого? Вот только вот Каплан, да? Зеленопопы, тигрик, зеленопопы. У меня нехватка дэр-шлепов. У меня тоже нехватка дэр-шлепов и чпоньков. Давайте-ка, может быть, все-таки, а? Ребята, сделаем какие-нибудь дэр-шлепы, но на советской технике чпоньки будем делать. У меня прекрасный и замечательный сетапчик. Здесь у меня засушка 57.2. Здесь у меня 44-100. Здесь у меня офигенный X6, красавчик мой. Я думаю, что тоже можно будет душеньку-то отвезти. Ильнур, привет, здравствуйте. Приветики, котики, кто только-только присоединился. О, все, первый клиент, ребята, у меня есть. Вовка Маратканов меня позовет тамадой к себе на свадьбу. Вовка, приеду прям с удовольствием. Все, забились, ты у меня первый клиент. Осталось тебе только жену еще найти. О, Андрюха Дозер, спасибо. Стрим выложим, да. В прямом эфире буду свадьбу у Вовки проводить. И стримить буду. Экипаж.
Давно что-то не было на стриме такого, какого такого. А ну-ка, что такого такого? Сейчас послушаем. Ценник говорит, какой будет. Не знаю, Макс, блин, если бы думать об этом. Злой папа, спасибо. С прискорбием вам сообщаю, что ваш покорный слуга вынужден вас покинуть, но вы не переживайте, мое сердце и душа остаются с вами, с вами. Ох, прямо. Спасибо, милостливый государь, что сообщили. Макс, спасибо. Не знаю, говорит, что писать. Да, иногда просто, ребят, слова даже и не нужны. Иногда надо просто отдыхать и релаксировать. Я и так, мне кажется, тут за вас, за всех говорю, выговариваюсь. За весь стрим я настолько выговариваюсь, вы не представляете. Я потом просто, вот знаете, как это, как морская звезда. Такая руки-ноги раскидаю вот так вот на кровати в потолок, смотрю и такая... Выдыхаю просто, настолько я тут начирикаюсь за весь стримчанский. А на развод, говорит, можно тебя позвать? Я говорю, чисто для информации, если что. Я не для себя, для друзей, да? Вдруг интересуется? Можно, можно. Надо, кстати, продумать, да, ребята, такие вещи. Программу для разводов тоже в том числе. I know Candy Yap заказал эту песенку. На-н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 а. Чтоб мушка раскрошила два передних зуба. Провернул немного, и курок он взвел. А у него в карманах ветер выметает кровь из самосада. И морскую соль похмелиться нечем, и берет досада. Наверное, тихо очень, да? Ну давайте я кричать просто не буду, буду тихо разговаривать. Буду тихонечко вас собирать, отправлять спатеньки. Вон злой папа уже отваливается от нас, отчаливает. А Рита, тошки, Рита. Сейчас часа 2-3 еще с вами спать пособираемся, да? Че пока, завтра выходной еще, че нам? А че нам? Под Монгола Шудана. Артемчик Артем, Александр, добрый вечер, приветствую, рада видеть всегда, Сань. Ну это понятно, он колесник, он боится. Я тоже туда не полезу, ребят. Видите, он хочет удержать точку, не дать захватить, но... А, этот уже получил. Давайте-ка я объеду он, пожалуй. Это вы не должны видеть, он нам подчинится, если что. А этот все-таки колесник рискнул, прикиньте, в самое пекло поехал. Вот это да, снимаю шляпу. Лишь бы реально мне свою шляпу на ИСе не снять. Розочка у меня такая ярко-красная, да? И два члена! Нет! Не хочу так! Мне так не нравится! Отлично! Я иду, как мои песни заиграют. Отлично, все понятно, дождешься, да? Равзи, сейчас посмотрим, она как раз, может быть, следующая автоматически ты заиграет. Не дают мне, ребят, поиграть на советской технике. Так, давайте что, я откачусь лучше отсюда, да? Лучше доремонтируюсь в более безопасном месте, а то нафиг сейчас просто потеряю технику. А техника-то...
Кстати, камуфляж мой не видят противники и союзники тоже. Для них я в обычном стандартном камуфляже. Шпроты ведь, они ведь очень вредные, я насколько знаю. Очень вредные, прямо очень. Это как, не знаю, как бочку какого-нибудь масла машинного выпить. Там сама технология приготовления их не очень хорошая. Лучше красной рыбки поесть. Малосольный какой-нибудь. Форельки. Горбушка тоже пойдет. Ой, Димой. Ой, подождите. Подождите. Мы так не договаривались вообще-то. О, нет. Лучше где-нибудь по полям, красный трактор едет к нам. Вот эти вот перестрелочки тут среди зданий, такое себе. Что, Аляска мне давно не выпадала ни на каких картах. Ребят, Аляску давно видели, нет? Играли сегодня кто-нибудь на ней? Вот прямо сейчас вспомнила, вообще 1000 лет Аляску не видела. На! Так, ну наконец-то мы забираем эту точку, ребята. Давайте я вкачну себе еще одного члена, когда мы эту точку заберем. Вот оно. Только в этот момент я могу себе члена подкачать, а то двум членам-то точно скучновато. А у нас Металлика играет. Интересно, кто это? У нас фанат Металлики. Кто же это заказал Металлику-то, а? О, подпивас, подпивас, ты еще хоть здесь, нет? А то ведь даже не знаю, где ты. Так, следующая песня от Исаула, а после Исаула уже от Ревзи будет. Так что вот уже немножко осталось. Рома, Рома, Роман! А давайте, друзья, послушаем звери. С удовольствием. Еще какие-нибудь районы, кварталы, да? Спасибо! Так, у меня есть предчувствие, я же у вас Кассандра, что сейчас у нас поедут захват точки А снимать. Мне бы ее надо... О! Прикиньте, да? Вот поэтому я Кассандра, ребята. Причем у меня такой, такие фишки бывают не только в War Thunder, в реальной жизни. Я прям тоже чувствую, что будет какая-то перемена. Ну и что? Кто тот смельчак, который посмел снять захват? Он, смотрите, он не забирает. То есть он, возможно, уже откатился куда-то подальше. Это кто? Какой ты страшненький был! Даже не знаю, что это вообще за техника такая. Какой-нибудь панзер, ханзер, ванзер, влянзер. А камуфляж классный, да? Вообще офигенно. Коленька, мой Коленька, ты не спишь сегодня, Саша, тоже вместе со мной. И голос твой. Да ты чё? Спасибо. Спасибо. Под конец. Давай тогда я его попридержу именно на завершение стрима. Только мешает. Бедок сейчас его заберет по-любому, да? Ну все, пацаны там отработали по нему.
Металлику мы любим, конечно, качественный рок. Мы здесь все очень обожаем. Севастополь, привет! Чики-брики, вамки. Да, там мамки остались только, видите? Это почпонькали меня немножко, пошептали. Это, ребята, красавчик из шестой. Это у меня первые крупные покупки были в War Thunder. Я себе подарила на Новый год Тигра Сла. И очень часто мне против встречался из шестой. И я такая, блин, надо тоже как купить. И на 8 марта себе подарила его, красавчика. И не пожалела нисколько. Особенно первые 10 боев были самые сказочные, невероятные. Вот это когда ты играешь и понимаешь, что, о, да, я не зря деньги потратила. Вот, но это было еще давным-давно. Кибрики, самки, ага, самки, да. Дам-дам-дам-дам. Так, что там песня у нас, это надолго от подпиваса поиграет. Сейчас, ребят, посмотрю. Ну, в принципе, 8 минут, 5 минуточек послушали. У нас там просто еще гора песен следующая. Давайте я перемотаю, тут уж немножечко осталось. Потому что, ребятушки, тоже песенки свои ждут, да, и разнообразия хочется, чтобы не зацикливаться. Вот, Есаула песенка. Кого не особо отличаешь, Валфат? Про кого ты? Про Исы? Ты не особо их отличаешь? Вот если бы меня спросили разницу до того, как я начала играть в War Thunder, я бы, наверное, тоже не отличила. А сейчас я, ребят, уже прям в технике разбираюсь. Еще вживую поют, да? Это же Ума Турман. Так, давайте, хочется, ребят, все-таки какой-нибудь нормальный бой сыграть, а то я сегодня вообще статку порчу себе, да? Тут недавно, короче, это Дозер Андрюха выложил статочку мою. У меня же полк есть, ребятушки, у меня есть полк. Так вот, в полку я, оказывается, самая ничего себе прекрасная. Вот, ну хоть не стыдно ребятам, которые у меня в полку, за своего командира. Что-нибудь бы взять такое, чтобы вот на лайте и вас почитать, и под музончик понагибать. Качаться мы уже, наверное, будем... А, кстати, вы просили же, и 3-4 просили, и КВ-2 просили. Давайте прокачусь, может быть, там мне повезет, либо давайте на дэхшлёпка тигарфически пойдем, да, чем на батаметская зеленопопый тигр до каплана наконец-то возьму, покатаюсь. Давайте, шанс, в общем, дам 3-4, КВ-шки прокачусь. Не сдюжила маня, одна против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики? Классный, да, у него голос. Buzz for the Earth, привет, доброй ночи тебе. Пурлеский тигр, да, тигры классные. Сухарик, споки-ноки. Нам
Ума Турман говорит, норм, мужик. Да. Группа классная. Все, я смотрю, затаили дыхание, просто ждут уже даршлёпы, да? Хорошо, ребят, давайте. Я сама скучаю по немецкой технике. Для меня стрим не стрим, если я на немецкой технике не выкачу. Прокатимся, следующий боец. Но торопить события не будем. У меня прекрасный мой красный дракон рвется в бой. О, товарищи. Видите, их там уже двое. Ай. Надо мне их как-то так поймать. Он на меня не смотрел, поэтому я себе позволила. Перезарядка долгая. Не могу на них так просто взять и выкатиться. Ну вот ты, конечно, можешь, зеленый. Но тебя сейчас растерзают же. А, он там критованный стоит. Сейчас ребята подкатят, заберут его. Отрыв зи, песня наконец-то дождался, наконец-то дождался. У меня уже, ребят, язык что-то подзаплетается, устала. Трындычу, трындычу. Ума Турман не в твоем вкусе, Антон Журавлев? А кто в твоем вкусе? Ну-ка, расскажи. Интересно, кто в твоем вкусе? Державу место ролей тронуться башни, жалеть, что не поняли. Вечно угашенным быть на приколе. Я мог бы следовать правилам, быть или Каином вам, или Авелем. Мог назидание людям распятым быть, или в подвал свалить. Надоело сливаться, просто так хочу нормально уже отыграть. Тем более на КВ-2 вообще позорище сливаться. Вот оно, солнце мое! Вот оно, сладкое мое! Еще один стоит, но мне надо срочно... А, перезарядиться! Тихо, 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 мальчики! Мальчики, что ж вы не даете девочке-то поиграть-то от души? Союзников, главное, дофига с той стороны еще. О, красавчики, красавчики. Причем, смотрите, зелененький помог. Мистер Пузан, солнце, привет! А то не бубет вести? Да как это? Не поняла. Не грустить, а то писи не будет расти. Вот, поэтому грустить нельзя, ребятушки. В любом случае. Опасно. Опасно грустить. Так, ребятушки. Давайте-ка, может быть, я поеду на прощечку. Мне надо члены там качнуть. Я вообще люблю накачанных членов. Чтобы их было, ну, минимум 4. Минимум. Сейчас нас будет четверо. Король и Шут, спасибо, привет. SX, доброй ночи и вам тоже.
продержаться еще одни сутки, пока небо затянуто серой, и пока земля рвется порвом. Каждый сам с собой строит беседу, каждый сам себе лечит голову. Так, подсветили мне вражину. Кто-то в сердце чужом ищет пламя, кто-то в бешеной гонке за правду ищет судорожно своды правил. Но все забрали самолеты. Крылью, и покажется, будто все замерло. Где-то бабочка сделает крыльями взмах, и сансара запустится заново. Каждый справляется сам, кто-то зовет небеса. Кто-то уходит за саду, там за вороги заливаем. Стакан за стаканом, а кто-то глотает просак или транквилизатор. Кто-то звонит глазка правом, упрямо надеясь, что выревет от слеза. Кто-то закроет глаза в состоянии стазиса, не зная, как скроется кто-то, не вывезет, свалится замертво. Закованный в страх, а кто-то спасает знакомыми трассами. Вы знаете, аркадная душа моя так рвется куда-нибудь, да, не могу на месте стоять. А с другой стороны, вот если все-таки холодный расчет включать, то надо понимать, что надо держать высоту. Высота – это точка С. Если я отсюда спилю и меня где-нибудь там отправят в ангар, ничего хорошего не будет. Надо здесь подержать точку. Тем более на КВ-2. Какие могут быть там, не знаю... трюки на КВ-2. Только точки держать. Скову привет, Виталюшка, привет, ребятушки. Короля и Шута бы поставила с удовольствием. Просто есть определенное количество песен, которые ребята через донаты уже заказали. Я не могу игнорировать эту замечательную традицию, которая здесь на канале работает. У нас уже прямо сейчас играет музыкальная композиция от Дозера. Дозер, ты хоть здесь? Нет, Андрюха? Здесь, не здесь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 песен, ребята, еще. 8. 8 получается. 8. Я, знаете, даже так думаю, может быть, мы с вами что-то раз играем. У меня сегодня не идет. Может быть, мы на общение в чатик перейдем, а? Субботку посвятим, да, такой традиции. Мощно как! Сегодня подведем итоги вообще недели, в принципе. В Atomic мы с вами поиграли. Поиграли в Евротрак второй, да, новая игра появилась на канале. И в танки поиграли. И в среду был внеплановый стримчанский Максимка. Спасибо тебе большое. В Хау Кассандра. У тебя вертолет есть от карты? Вообще нет, Макс, нет. Я как бы на самолетах, ты видишь, особо не активно летаю. А вертушки это вообще для меня какое-то чуждое. И для интереса, может быть, можно было бы, конечно, взять, но для интереса аудитории. Но я сама не горю желанием. А если я буду через себя что-то делать, я думаю... Комета! Вот это да! Ой, ребята, давайте-ка я развернусь и посмотрю, что у меня там происходит сзади. Комета! Ты моя, это моя. Офигенно, мне даже этот вариант песни больше нравится, чем у Джонни. Ой, красавчики, вы посмотрите, у меня вся команда. Посмотрите, где мои союзники, все, все. Я тут одна со своей перезарядкой. Может, тихонько навстречу противнику поеду, потому что они по-любому сейчас сюда поедут. Попфлокс, привет. Дулом пистолета. Я найду тебя. Класс, я вообще, у меня аж мурашки по коже. Охренеть, пацаны исполнили. Вообще, да? Харем потрясти. Давайте, кстати, соцопрос. Топ-актрис на ваш вкус. Давайте, давайте, я предлагаю, значит, ребят, нормально, в принципе, посидели сегодня, поиграли с вами в танчики. Есть такое у нас с ребятами...
традиция, что в конце стрима переходим мы с вами в чат. Я уже не отвлекаюсь, читаю ваши сообщения. Антон Журавлев предложил вот такой вот интересный опрос. Ваши актрисы любимые, в вашем вкусе. Вот такие, которые бы были идеалом женщины для вас. Интересно посмотреть и почитать ваши варианты. Отец Иннокентий сделал предложение уже. Он сказал Мордюкова, ну, на которая, да? Гениальная актриса, кстати, прекрасная. Пластик, привет! Какой голос? Ух, прямо не могу, прямо откуда такая красавица? Вопрос, почему без вебки? Стесняешься? Да нет, конечно, не стесняюсь. Про вебку у меня видос есть на моем канале, можешь зайти посмотреть. Даже иногда спамит этот вот бот в чате. Концепция такая канала. Так, что еще пишут? Давайте, кстати. Так, ага, привет всем. Мойка самообслуживания. Здравствуйте, мойка самообслуживания. Видимо, как бы все самообслуживаются, поэтому мойка пишет сюда в чат, сидит и смотрит стрим Кассандры. Прикольно. Я только-только сообщение увидела, потому что вечно в танки играю, вообще не вижу, что у меня здесь ребята пишут в чате. Так, а побывай на адыгейской свадьбе, не пожалеешь, с калаша постреляешь. Ой, это как-то вот слишком, по-моему, для меня. Кирилл, бро, Кирилл, привет. Слушай, ты прошлый раз отправил донатик уже, когда стримчик закрылся. Я уже, конечно, эту песенку не найду. Но если найдешь чат, напишешь, что давай подключим. Так, привет, когда стрим по Атомику будет? Про геймер будет стрим по Атомику уже в будни. Завтра, скорее всего, ребята, я возьму паузу, потому что лето. Хочется какие-то свои делишки сделать. Там и на гульки сходить, и с девчульками, и все дела. Поэтому завтра меня уже на ютубчике, если что, не ждите. Вот, есть у меня еще для вас бой интересный, вырезанный со стрима. Я, наверное, его на понедельник уже оставлю, потому что как-то вот, ну, выходные движуха не очень. У нас с вами, видите, вообще мало-мало единицы здесь. Так, вопрос про вебку волнует пул России. Так. Хорошего стрима, спасибо, Мойка, благодарю. Я хочу сыграть с тобой, Роблокс. Ну, вот видишь, многие хотят, и выделять никого не хочется, чтобы никому обидно не было. Так, я так и не понял. Латвии весело. Саша, включи мою последнюю песню, да я спать пойду. Так, Коль, уже чуть-чуть осталось. Сейчас я гляну. У нас есть там еще несколько заказиков. Побывай на адыгейской свадьбе, прочитала. Максим, Николь Кидман предлагает. Николь Кидман, я знаю. А кто такая Марго Робби? Я вот честно не знаю, кто это такая. Монику Белуччи тоже знаю. Да, тоже, да, достойная. Просто сразу типаж представляется девушки, которые вам нравятся, да? Вот Максиму Крылову, видимо, больше нравятся уютные домашние девушки, да, такие, чтобы она косу заплела, детей убаюкала, да, там, брашку поставила, блинчиков напекла, вот прям вот какая-то вот, ну, у меня Николь Кидман, по крайней мере, так ассоциируется. Она вроде как и симпатичная, и красивая, но в ней есть какой-то домашний уют. Моника Белуччи, она, наверное, вот брашку точно не поставит. Она такая прям... такая дама, чтобы вокруг была обслуга, да, то есть это девушка, живущая для себя в свое удовольствие, очень такая холеная, очень такая ухоженная, ей вот не до бытовухи, до этой вот всей. Моя мама иногда шутит, и она шутку притворяется актрисой. А, актриса твоя мама, да? У меня нет любимой актрисы, есть только любимый актер. А почему актрисы нет? Прости меня, что тебе приходится, цыгане задолбали. Ну там внешка решает как раз и не игра. Ну, не знаю, есть актрисы, у которых внешность может быть и неплоха, а харизмы нет. Есть ведь вот какая-то вот огонек, да, внутренняя зажигалочка, прямо вот тепло, которое так и тянет. Это и мимика, и глазами передается, и голосом. Всем спокойной ночи, хороший стрим, Король Шут, спасибо, тоже спокойной ночи тебе, благодарю, что заглянул. Марго Робби, девушка, которая играла Харли Квинн, ну такая, ничего, да. Я даже знать не знала, что это Марго Робби, оказывается. Это просто уже новое поколение, видимо, вот этих вот актрис. Жена главного героя Волк с Уолл-стрит. С Уолл-стрит.
Валерия Федорович, она мне очень нравится. С первого дня, как ее увидел, влюбился на всю жизнь. Мне именно такой типа женщин нравится. А где она? Какую роль? Кого играла злой папа? Мишель Пфайфер была прям кошка. Мне кажется, она слишком холодная. Тебе так не кажется, отец Иннокентий? Может, это просто тебе такие женщины нравятся? Может быть, чтобы она была горячей для тебя, а другие ее видели холодной, да? Такой перестраховщик. На всякий случай, да? Чтоб никто не позарился. Так, не знаю, просто нету, игра актеров тащит. Ну, естественно, естественно. Да, бывает, фильм вроде бы и задумка неплохая, да, а актеры такие себе и так играют не очень, что вот фильм сразу, ну, не хочется смотреть. Да, но не то чтобы «Арменко, привет» заканчивается, просто уже играть я не буду. Мы с вами тихонечко переходим на общение в чат, обсуждаем. Вот сейчас интересно вопрос, какие ваши любимые актрисы? Вот для вас прям вот идеал женской красоты, вот актриса какая-то была бы, да? Чтобы в ней было что-то такое уникальное, что вас прямо манило, привлекало. Ревзи, давай, спойки-ноки, спасибо, что стримчик поддержал. До новых встреч, счастливо тебе пути, выспаться тебе хорошо, хотя в поезде ты еще тоже выспишься. Ну, Глюкоза, она же не актриса, она же как певица. Ну, хотя у них у всех, у творческих людей есть какие-то, да, способности. Леонид, все прекрасно, замечательно. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Сериалы «Кухня», «Дочь шеф-повара», Виктория Баранова. Блин, я не смотрела этот сериал с Глюкозой. Что-то как-то не сложилось. Но это же образ, погугли ее фотки, теперь. Ладно, погуглю. Ну, она не очень популярная. Может, в свое время какое-то была Мишель Пфайфер, да? А, так вот как-то. Ну, вот не так, допустим, как Деми Мур. А, не так, как... не знаю, кто там еще такие вот в тех времен были актрисы популярные. Джулия Робертс, да? Чих, Сальма Хайек, о боже, Арнелла Мути, о боже, Скарлетт Йоханссон, первое, что в голову пришли, Дозер, короче, у нас с тобой одинаковые вкусы. Я сама вообще, я Скарлетт вообще обожаю, вот прям. У Джастина Тимберлейка есть клип, где она сыграла, я прям вот этот клип как кино смотрю, господи, какая она восхитительная, она просто восхитительная. Арнелла Мути, ну это вообще, это просто секс-символ каких там 70-х, 80-х, когда это итальянское кино в СССР появилось, да. Сегодня буквально смотрела ролик про то, были ли отношения у них на съемочной площадке с Адрианой Челентаной или не были, вообще про этот фильм, что оттуда в советские времена были вырезаны фрагменты. И вообще, ну, интересно так было посмотреть. Предложку вылезла в Ютубе, я глянула. Данте, здравствуйте, Данте, приветствую вас, доброй ночки. Сальма Хайек все, что лайкает на ХЗ. Ну, она, наверное, больше харизматичная, чем талантливая. Недавно смотрела с ней, с Ченнинг Татумом и Сальмой Хайек фильм. Вот они оба актера хорошие, но вот сам вот фильм какой-то не очень. Ну, там был момент, когда там прямо уф-уф, было так горячо. Он там как бы, ну, танец сексуальный танцует. А она типа богачка, и она этот танец заказала. Вот там такой был танец, блин, я ж смотрела, я ж, знаете, я ж глаза закрывала. Так там было горячо и жарко, ух. А сам фильм-то, ну, вообще ни о чем. Вот ради одного только этого момента можно его посмотреть. Так, Меган Фокс классная, харизма и правда хорошо отыгрывает свои роли. Согласна, Паш, Меган Фокс классная. И у нее черты лица, и взгляд такой, да, и актриса хорошая. Редкое вообще сочетание красоты и таланта. Обычно же боженька как бы там, ну вот либо того побольше, либо того побольше дает, а тут прям вот все звезды сошлись. Так, а тебе кто нравится? Я же говорила, что мне нравится
Мне нравится Скарлетт Йоханссон. Вот прям вот очень она мне нравится. Не знаю, как-то вот какое-то отражение даже меня вот прям в ней вижу себя, очень нравится. Сальма Хайек, она, блин, прекрасна в фильме была «От заката до рассвета», да, я думаю, это все это помнят. Ну и в этом с Бандерасом она тоже снималась еще. Горячая, жгучая брюнетка такая. Так, у нас, ребятушки, прямо сейчас музыкалочка от злого папы, который должен дождаться эту песню, уже хочет, уже спать, уже хочет, говорит, когда уже там поет песня будет. Дривинг, привет тебе, тоже норм, спасибо за заботу, кому симпатизируешь, да, Скарлетт, классно, хорошей ночи, ребята, всем тем, кто все еще здесь, тем, кто только присоединился. Саша, включи мою последнюю песню, я спать пойду. Так, а какая твоя последняя песня? Давай, давай, тогда мне очень... Подожди, сейчас я посмотрю, она у нас когда будет-то? О, она еще будет через две песни. Ну, давай тогда мне очереди. Поставлю ее, Коля, и отправим тебя спать, да? Уже все, уже люди баю-баеньки хотят. После этой песни, ладно, Коль, включу. Так, Сальма, моя любимая актриса, тоже Скарлетт. Так, у меня чайник был тоже Скарлетт, говорит, звали. Так, привет, мне нравится ее роль, как Харли Куин. Так, Гуся, угу, похож. Ну да, она красотка, да, она. Ну, красотки, вот мало быть просто красоткой, надо же какой-то еще талант иметь, надо же еще чем-то... магически притягивать, симпатии-то завоевывать как-то надо. Представляете кастинг какого-нибудь там вот голливудского фильма, да, и сколько там актрис претендуют, и вот как вот выбрать актрису для определенного какого-то фильма, все равно же рассматривают и харизму, и внешность, актерские данные, смотрят абсолютно все-все-все. Что про 100% НАФ, это что-то детское, да, какое-то? Синематики какие-нибудь или как их, аниматроники или? Мне первый стример отвечает спустя 3 года. Так, Кассандра, попробуй поиграть в Сталкер. Сталкер, да, Арменко предлагали мне, тоже может быть. Полностью с тобой согласен. Приятно, приятно, приходится знать. Песню сейчас, Коленька, включим, включим. Вот это закончится и включим. Так, котенок Ютуба, привет. Ну и наши хороши. Екатерина Климова, о, мистер Пузан, она вообще. Тоже обожаю. Прямо вообще детка-красотка. Да, именно вот в этом фильме, как она, «Туман» снималась? Или какой вот этот фильм, где они, или «Мы из будущего», или «Мы из прошлого»? Вот, ох, хороша, хороша девица. Сколько вот ее видела, в каких фильмах, везде она была очень классная. Так, ребятушки, сейчас уже Коля просто собирается спать, идти без очереди, включу его песню, ладно? Засыпать нас отправляют сегодня. Ну, все понимаю, кому-то завтра на работу, у кого-то уже свои биологические часы, что очень трудно высидеть. Дривинг я уж, наверное, не поеду на сегодня. Ладно, на танках накаталась, за неделю накаталась, вчера накаталась. Поэтому давайте сегодня отдохнем немножко. Да, Ром, изюминку какую-то, что-то должно быть. Какой-то огонечек, да, внутри? Ну, Асмус, мне кажется, рядом не стояла с Климовой. Ну, вообще... Просто это развернитесь, до свидания. От тебя я выйду, ты махнешь рукой, ты махнешь рукой. О, Бурунов, это вообще, вот это вот One Love. Тут, Антоха, я с тобой согласна. Я даже не помню, чтобы вообще за последнее время какие-то гениальные актеры или актрисы появлялись бы на... именно вот в российских фильмах, да, Бурунов — это
это что-то вот просто внеземное прямо, настолько глубокое, настолько русское, настолько сильное, мощное. Это крутяк. А, из песенки учить слова? Петь потом колыбельки, да? Сергей, приветик. Спасибо большое. Я уж Сереж все отыграла. Мы с ребятками просто общаемся. Самурай, привет. Шарлиз Терон, да, мистер Владимир. Есть такое, топчик. Наталья Белохвостикова, чуть не помню такую. Да, мисс Собачка, тоже не помню, не знаю таких. Ну, как бы, если бы увидела, еще, может, вспомнила, а вот так вот по именам, не знаю. Асмус слабая актриса, ну, по сравнению с Климовой, мне кажется, да. Внешне вроде как симпатичная девчурка, а вот... Думаешь, Коль, похож, да, голос? Нет, тут прям профессионально девочка поет. У меня... Я так профессионально не умею, не училась. Да, Хабенский Ром, да, кстати. Вот это, мне кажется, это наш такой российский Киану Ривз. Не кажется вам? Прямо вот и пересечения у них какие-то жизненные, да? Непростая такая судьба и у того, и у другого человека. И их жертвенность, и их, ну, такое... Абсолютно не меркантильные люди оба. Непростые и очень добрые. Хабенский мне тоже нравится. Бурунов закончился на острове Сокровищ. Точка, в смысле? А что, плохой фильм какой-то вышел, да, с Буруновым? Я не знаю. Боярская тоже неплохая, да. Кто такой Юрий Борисов, не знаю даже. Коленька, спасибо, красивая, очень красивая песня. Сейчас, ребят, подрублю, мы-то с вами еще спать не ложимся, мы еще с вами пока с чатом общаемся, есть еще несколько музыкальных композиций, я уже объявлю стоп-донат, потому что песен у нас с вами там, я так думаю, еще минут на 20 общения точно есть, поэтому давайте уже тихонько-тихонько будем сворачиваться, пообсуждаем еще. От Есаула, от Макса песня. Вот он, фольклор. Смотрите, еще какой совмещен с современной музыкой. Фига себе, прикиньте, Леонид вопрос какой задает, говорит. Кассандра, у меня вопрос, а можно спросить? Если да, то окей, но мне пофиг. Короче, хотела бы ты увидеть Гитлера. Нет, наверное, лицом к лицу бы я наверняка бы не хотела увидеть. Андрюха, ну ты, видимо, как раз вот в это время отправил донат, и как раз тебе это, ты уже потом уже услышал. Спасибо, короче, под песню Андрюхи мы сегодня будем стримчански заканчивать. Спасибо, Дозер Андрюш. Знаешь, если бы Гитлера бы я увидела, то это было бы какой момент? Либо это я бы умерла бы, его бы где-то увидела, да, либо бы его бы воскресили. Поэтому, наверное, нет, увидеть бы я его не хотела. И если бы его воскресили, то по-любому нашлись бы дурачки, которые пошли бы за ним, и началось бы опять какой-то кипиш в мире. Нафиг надо. Мы все это пережили, это история. Тяжелая история. Но видеть нет, не хотела бы. Яна Кошкина, да, тоже красивая, но я Валерию Федорович ни на что не променяю. Да, Яна Кошкина красивая. И, в принципе, какие-то у нее данные даже есть, да? Все уже уснули, да? Я, ребят, не вижу там, сколько у нас людей-то вообще на трансляции осталось. Мне кажется, человек 7. Самые стойкие, да, кому не спится сегодня. Ахалай, махалай, Виктор, здравствуйте.
Юра Борисов. Вот не знаю, что это такое за Юра Борисов, хороший актер. Классно качает, да. Фольклор вот какой-то обладает, да, такой магией своей. Да-да-да, Андрюха, знаю. Я, говорит, добью Ленинство, да-да, ты кинул, ничего не знаю, да. По озвучке, ребят, в августе, наверное, займусь. Мотивации просто особой нет. Раз просто хочу порадовать, понимаете, я же решила, что это будет бесплатно, что вот я вот запишу, но это, представляете, технически упороться надо, время найти. Все вот, я пока вообще, у меня в голове даже не укладывается, сколько всего это надо записать, все это выложить. О, это непросто. Просто, чтобы вас побаловать. Сделаю. В планах есть, однозначно я это сделаю, потому что если я когда-нибудь от тундры откажусь, и в моей жизни и на канале появятся игры новые, более интересные, чем War Thunder, которые наибольшему количеству народа будут интересны, то я думаю, что тихонько-тихонько от тундры буду отходить, то хотя бы, мне кажется, должна в тундре остаться память о Кассандре и сделаю озвучку на немецкие танки. Ну как, Данте, заканчиваем? Там так-то это, есть песни еще заказанные. Сидим пока, слушаем, читаю, вас читаю, обсуждаем. Вот Данте, кстати, может быть, нам сейчас ответит. Идеальная для тебя вот внешность женская актриса. Для тебя какая? Ребята просто предлагают варианты, мы как-то тихонечко с девочек перешли на мальчиков, уже обсуждаем. Ну а что касается, ребят, актеров, вот не российских актеров, а, допустим, каких-нибудь зарубежных, кого вы считаете офигенными? Вот Киану Ривз, вот как человек, конечно, приятен, и фильмы у него есть офигенные. Знаете, вот угадайте, какой у меня любимый фильм с Киану Ривзом? Вот я не знаю, угадаете вы, не угадаете? Ну, он, конечно, да, безусловно, гениальный актер, и все, топчик, но мне кажется, блин, что гораздо круче это Лео. Лео вообще просто прекрасен. На-на-на-на, Рома заказал Рому зверя. На-на-на. Ром, ты хоть здесь еще не уснул? Та-ран-та-ран-та-ран-та-ран-та-ран-та-ран-та-ран. Зарядили дожди, пистолеты, любовь. 27 человек, нифига, ребят, сколько нас народу-то не спит. Но ты знаешь, может быть, как просто еще кто-то уснул? Уже так, и фоном просто у него там еще до сих пор где-то на ютубчике стрим идет. Была бы немкой преклонных годов и все, 0-0. Это как? Не знаю самурая такой песни, Мита Пасита. Чисто девушки с деревни научились петь и вышли показать, кто главный. Это про предыдущую-то песню? Нормально там было еще. Колыбельная будет ли? Давайте, будет. Зарядила холодная лето девчата. Райан Гослинг, да, хорош, да. Нет, не «Матрица», нет, не «Джон Уик». Глубже, старее фильм. «Святые улитки», «Really Voice» на «Journey Tunes». Звучит как план. Кассандра, а как у Марси? О, да, у Марси прекрасен. Прекрасен, хорош, красавчик. Фулти, привет тебе. Какая любимая актриса и актер? Давай, колись, Фулти. Ну, я такой сразу, ну ладно, уже я поехал. Проводи меня. Ой, Леонид, ну читаю твое сообщение, пожалуйста. Если бы ваши сообщения содержали какой-то бы смысл, я бы, естественно, их читала. А вот Кассандра, прочитай мое сообщение. Ну что за детский сад, вот честное слово. Давайте уже взрослейте, ребят, глупостями не занимайтесь. И не обижайтесь потом, что вас не читают. Ух ты, а кто такая Галь Гадот, Данте? Меган Фокс? Да, Скарлетт, да, попадание есть. Если ты только зашел, мы уже это все обсудили. И Меган Фокс была, и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон — это вообще прям мой кумир. А кто такая Галь Гадот, я не знаю.
Хочу сказать, в фильме «Солдатик» главный герой, маленький мальчик по имени Сережа Алешков, тот, кто его играл, актер суперский, ему причем меньше 10 лет. Не смотрела я такой фильм. Не адвокат дьявола, нет, да вы чё? Нынешние актеры со старым рядом не лежали, возьмем Хабенского, Бурунова с одной стороны, а с другой... Нет, Бурунов это уже новое поколение, да, он может быть не молод, но он появился именно вот сейчас. Именно сейчас только ему дали роли и дали возможность нам с ним познакомиться. Хабенского-то мы уже давно все знаем. Вот просто кого-то допускают, а кого-то нет. А с другой Лановой, Леонов, ну конечно, Янковский, Абдулов, но это ведь сколько уже времени-то прошло, мистер Владимир. Понятно, что как бы сожалеть и вздыхать о вот людях, которые были там. Там можно, знаешь, наверное, список составить из 50 человек, вот это только мужчин, какие актеры были в те времена. Ух ты, Коля Воробьев поставил песенку, она уже была, поэтому я сейчас ее перемотаю, это автоматически она включилась, а мы Коле эту песню поставили вне очереди, потому что он уже засыпал и уходил спать. Киану Ривз хорош в фильме «На гребне волны». О, я не смотрела такой фильм, ничего себе. От мистера Бузана песенка сейчас играет, Ростовской области, привет! Вот, Дерцдер, вот непонятно, как читается этот фильм, угадал, Константин, повелитель тьмы. Видели, нет, вы этот фильм? Это вообще, конечно, для меня прям топчик фильм был. Я же еще ребенком его просто смотрела, и для меня это... какой классный фильм, какой классный Киану Ривз. Какие там вообще тоже интересные моменты в фильме. Я же просто вот зомби-фанат, я фанат вот этих вот всяких там миров, каких-то вот мистики. И для меня вообще классный он был. Мистер Пузан нам скучать не дает, да? Что, говорит, спать собрались тут? Спокойной ночи, слушайте, малыши, да? Нате вам колыбельку. Так, мне надо куда-нибудь написать «На гребне волны». Это если бы ты Гитлера видела, да? Надо записать. Я смотрю, что вы уже все пишете «На гребне волны». «Адвокат дьявола» шикарный тоже фильм. Шикарный. Это женщина Галь Гадот. Не знаю, я такое. Уже надо посмотреть. Вы хоть меня просвещаете, знаете, что-то новое узнаю. Но всего знать нереально. Черный лис, привет. Тут ночь, а у тебя стрим. Да, но мы уже тоже засыпаем. Видишь, у нас колыбельная черный лис играет. Слышь, прямо сразу спать под нее хочется. Да. На Твиче нет. Дерево лесов не стримлю. Не вижу просто смысла на Твиче стримить. Ребята, объясните, какой смысл стримить на Твиче? Вот какие преимущества, допустим, в зависимости от разницы с Ютубом. Ютуб и Твич. Не знаю, не понимаю вообще абсолютно. Нам, по-моему, и на Ютубе все прекрасно, да? Кассандра, какие планы на ночь? Какие танки катать будешь? Какой БР больше привлекает? Ну да, сейчас стрим закончу, отвяжусь от вас, от всех. И пойду в одно лицо танки катать. Сами-то верите. Я уже все, для меня просто, вот знаете, бывает вот 1.5-2 часа. Я для себя даже думала, может, как бы, ну, по 3 часа стримить, да, потому что, ну, часовые пояса разные, кто-то успевает, кто-то не успевает. Ну, ребят, не могу. Я не могу себя заставить больше играть в Тундру. Как-то вот 1.5-2 часика, это вот, ну, все, за глаза. Я не понимаю, как люди сидят там по 14 часов, задротят марафоны какие-нибудь или еще что-нибудь. Я вот, ну просто, у меня бы просто уже мозг бы вскипел так долго играть. Дракулу с Киану Ривзом тоже что-то я не помню, не смотрела Дракулу, что-то главный герой. Ну, Конан Макгрегор, мне кажется, Леонардо Ди Каприо. Мне кажется, Леонардо Ди Каприо красавчик. Красавчик однозначно, талантливый очень, очень, замечательный. Актрису не помню, Макс, кто там играл, но, по-моему, тоже какая-то вот Белуччи или что-то такое. Ну, испанка, итальянка, что-то такое. «Ходячие мертвецы» прикольный. «Бойтесь ходячих мертвецов» тоже прикольный сериал.
Но вот как-то вот, вот начинается за здравие, потом 1, 2, 3 сезона, и потом вот эти вот больше, больше вот этих соплей, разговоров героев, уфу, уже там мне интересно. Больше нравится, когда вот эти замесы. И среди зомби, заметьте, нету там каких-нибудь... Ладно, про это нельзя говорить, а то нафиг еще какие-нибудь баны или еще чего-нибудь. Вот. Живут они одним лишь только желанием покушать. От Максима! Макс, шести снеша, заказал песенку. Сало нам луцкером замутить, пати файт и выпил танкистов. Как смотришь на эту Индию? Есть у меня ролик на канале про бунт и про стримеров, про блогеров. Виктор, можешь глянуть, посмотреть. Так, хорошая колыбельная. Ну, как дела? Кстати, еще... блин, что-то я, ребята, так захотела пельмени. Сижу, короче, ни с того ни с сего под эту песню вот именно. Прямо как представила, что я горячий, не достаю, такая вот прям вот холодничком, да? Шумовка, шумовка называется. Почему шумовка? Такое вот название, да, шумовка. Прям достаю, так лавровый листик убираю, маслица кладу. Еще соленый огурчик. Слюни такие сразу выделяются. Я и пельмени не ела 1000 лет уже. Просто сегодня мальчишку соседского встретила. Я говорю, что ты куда пошел? Он говорит, я, говорит, в Магнит пошел, там наклейку надо купить мне какую-то там, не знаю, для чего-то. И пельмени. И вот у меня сейчас почему-то этот момент, ковер-вертолет, соседский мальчишка, пельмени. И, короче, пазлы сошлись. Время 1:00 ночи, ночная жрица пробуждается. Так хочется чего-нибудь вкусного съесть. «Война миров» тоже, да, классный фильм, мне понравился, прям на одном дыхании смотрится, да, есть фильмы, которые начинаешь смотреть, и вот даже вот, ну, не встать в туалет, не сходить, потому что они тебя настолько затягивают и поглощают, классные. «Молчание ягнят» смотрела, тоже офигенный, да, ну, затянут, конечно, но очень такой, больше вот на диалогах, он на диалогах, на чувствах, на эмоциях. «Угнать за 60 секунд» классика мне тоже понравился, хотя я смотрела его уже вот-вот-вот где-то, наверное, год-два назад. Первый раз я смотрела «Ходячих». А посмотри фильм с Киану Ривзом, «Кто там?» Классный фильм. Надо посмотреть вообще все фильмы с Киану Ривзом, я настолько понимаю, да? Знаете, я еще какой с ним фильм смотрела? Там, где он жил на озере, и в этом же доме на озере, только там 10 лет спустя жила другая девушка, и у них почтальон, короче, вот этот вот ящик был, они друг другу письма писали, только у них разница была какая-то вот во времени, что вот, вот очень интересный тоже фильм. А, кстати, девушка другая была, знаете кто? По-моему, Мэг Райан. Мэг Райан, знаете такую актрису? А помните этот фильм с Николасом Кейджем, где Мэг Райан играла, а Николас Кейдж играл ангела, она была врачом из больницы. Вот тоже прям такой впечатляющий. Вот с телочками надо смотреть такие, чтобы там слезы, все дела, так обними меня, любимый, поцелуй. После таких фильмов, вообще прям любовь любовная, там очень трогательные фильмы. Так, больше сериал «Солдаты», сериал «Родители», «Бабайка», что за «Бабайка»? Фильм такой, что ли? А какие ты вообще игры любишь играть? Да, особо как-то я вот не игроман, понимаешь? Вот последнее время мне очень «Метро» зашло. Вообще зашло. Не ожидала, что даже зайдет. Кто не ставил лайк, тот понятно, да, Данте. Я увидел тебя в ТикТоке в первый раз, услышал твой смех и давай ржать. Суперский голос, смех Данте, спасибо большое. Так, дерево лесов. Мне 127 ракет осталось до Шеридана ракетного. Поздравляю, всего-то 127. Не 1000, по крайней мере, да, уже меньше. Шлепа, надо позвать шляпу. Кассандра, есть черный ход. Там страшилок и мистилок полным-полно. Пенешки. Да-да, кто лайк не поставил, тот Моисеев. О, от Дозера песня «При встрече». Кстати, отечественный фильм с самым большим количеством звезд. Ширли Мырли. Глаз на джопа, да? Это вот все, да? Они долгий вечер.
группу Scorpions на черный лист, ну это вообще прямо какой-то нескромный вопрос, конечно. Как можно не знать Scorpions? Как можно не знать ICDC, ZZ Top, Metallica? Это же прямо это топчики. Тоже пельмени захотел? Тема пельмени открыта. Какие лучшие, как приготовить? А кто-то есть с уксусом, а кто-то с маслом, а кто-то с майонезом, а кто-то со сметаной. Ребята, с чем пельмени любите? А сначала стопочку. О, такую еще, знаешь, так, чтобы конденсат, да, прямо. Такая рюмочка прям ледяная, и капельки по ней стекают. Так, а Шерли Мерли все захотели, говорит, пельмени. Так, 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 пельмени без стопочки, деньги на ветер. А у меня, говорит, салат. «Дом на озере». Да, мистер Владимир, «Дом на озере». Хороший фильм, да? Согласен, что хороший? Добрый. Какой именно? «Война миров» с Том Крузом или с Брэдом Питтом? А они оба классные. Они, подождите, «Война миров» и «День Z». Это, по-моему, разные фильмы, но да, смысл один и тот же. А что, «Злой папа», ты не спишь, что ли, до сих пор, да? Трещишь тут с нами. Оба достойные фильма, на одном дыхании смотрятся. «Дом у озера», да-да-да, «Интерстеллар» тоже неплох, можно посмотреть, времени не жалко на него. Ой, с соленым огурцом. Так, смотреть фильмы, там такой список смотрел. Так, я помню только старый «Война миров», где большие роботы на трех ногах. Да, «Война миров». Да-да, куда тебе скинуть на пельмешки? Порт-Рояль. Добрый человек, спасибо большое. Нет, не надо пельмешки ночью жрать. От души тебя, конечно, благодарю. Души прекрасные порывы я поощряю, но нет, ночью пельмешки жрать такое себе. Помечтать это только, знаете, хорошо, что есть с кем разделить этот момент, да? Вот там со сметанкой или с маслечком. Людей перерабатывают. Да-да-да, это вот тот самый фильм. Киану Ривз, походу, ты смотрела фильм «Дом у озера». Да, я люблю есть пельмени с мазиком. А еще можно, знаете, что сделать? Макалова. Умеете макалова делать? Сейчас вас Кассандра научит делать макалова. Это берете в процентном соотношении майонез, перемешиваете его с кетчупом, и получается макалова! На-на-на-на-на-на. Если по чесноку. Ой, с чесноком тоже классно, да. И чеснок, и соленый огурчик, и макалово. Вот это все, о боже, как это все вкусно. Как хорошо, что у меня нет пельменей дома. Потому что если бы они у меня были, я вот не знаю, как совладать с собой. Не пойти, да, и в час ночи пельмени не поесть. Артема, вот если немножко проспал стрим, можно ли заказать технику теоретически? Артем, привет, нет, котик уже просто все. Я уже наигралась, у меня, знаешь, такое вот состояние блевантинчика уже, когда вот, ну, не прет меня в тундру вообще играть. Уже не хочется, можно, конечно, там, не знаю, через себя там порадовать кого-нибудь. Но порадую ли я тебя, если ты будешь знать, что я уже не хочу и я уже буду играть особо без радости? Думаю, что нет. Все, что мы с вами делаем в этой жизни, должно быть от души, от сердца, с желанием, с хорошим настроением, и только тогда это будет приносить плоды. А если делать что-то через себя, это такое себе, да? Ничего хорошего. Пельмени только со сметанкой Антон Журавлев любит. Как котик со сметанкой любит. Я лучше пересмотрю фильм с Мелом Гибсоном. «Храброе сердце». Я помню, даже плакала я смотрела с «Храброе сердце» вообще. Тоже классный фильм. Так, сколько будет идти стрим? Все, стримчик уже сворачивается, ребят. У нас топ-донат, у нас осталось несколько песен. Я пытаюсь, прикиньте, дочитать ваши сообщения вот так, чтобы до конца, а они просто не кончаются. Вы пишите, 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 я читаю, 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 читаю. Так, люблю с кетчупом и с мазиком, мне тонер масс. Вот, ты как раз и делаешь макалово. Так, я люблю такие темы, так что не спать, страсти Христовы не смотрела. Так, подварить пельмешки, да, от льденте, потом на сковородку. Ой, еще и на сковородочку, это уж, по-моему, слишком. Это слишком, только если ты вот сидишь как царевна, а тебе кто-нибудь это все сделает и поставит, то это другое. То можно, да, а самой я бы париться не стала. Так, пойду посмотрю, что в холодильнике на пельмени. Не надо, давай шашлык, мясо. Мясо, я тоже, ребята, очень обожаю мясо, чтобы, знаете, еще такое обязательно было с прожилочками. С жирком такое, вот прям с костра шипящее, да, чтобы этот жирок прям так капал. Я сейчас подавлюсь людьми просто.
Почему на ночь глядя все эти темы настолько актуальны? Еще можно сделать то и то посмешивать. А, так, попутал «Гладиатора», там Рассел Кроу, «Гладиатор» тоже шикарный фильм. Блин, столько, оказывается, хороших фильмов я смотрела в своей жизни. А так вот что-то... Вот иногда порой вот хочется пересмотреть какой-нибудь шедевр, чем искать что-то новое. Потому что вот я вот сколько вот, ну, за последние полгода, допустим, делала попытки смотреть что-то новое, и я когда смотрела что-то новое, мне было жалко потерянного времени. Я думаю, блин, лучше бы я на стрим сходила с ребятами, посидела бы, да, или там пересмотрела бы лучше что-то уже то, что смотрела. Потому что бывает, что вот в каком-то возрасте ты посмотришь, там вот, ну, допустим, я там писюха, когда еще малолетняя была, какой-то фильм посмотрела, у меня было одно отношение к этому фильму. А, допустим, уже вот сейчас, когда я, как бы, ну, такая уже писюха чуть-чуть постарше, то уже, естественно, как бы смотришь глазами другими уже через призму какого-то опыта, каких-то знаний, багажа полученного, да. Так, называется «Привет!» Здравствуйте, ребятушки все, но, к сожалению, этот стримчанский уже подходит к концу. Песенку я вам спою. Знаете, что думаю? Вчера у нас была с вами новая песенка. Давайте сегодня «Кошечку». Я что-то как-то вот «Ложкой снег мешая» еще хотела вам тоже спеть, потому что многие из вас эту песню не знают, может быть, даже, мне кажется, да, хотя наверняка здесь есть и другое поколение, но я голос что-то посадила, да и надо потренироваться, хоть ее попеть, чтобы у вас ушки так, знаете, не свернулись трубочки, чтобы вы мне потом в комментариях не писали что-нибудь. Ой, а дизлайк, отписка и все дела. Ребят, классный был стрим, хорошо посидели, субботка топчик, я вас люблю, я вас обожаю, уважаю, низкий поклон, спокойной ночки тем, кто отправляется спать, удачи в игре те, кто будут играть, ну и всяческих успехов, если вы занимаетесь чем-то другим. Я на сегодня отклаиваюсь. Прикиньте, столько, вот попробуйте столько болтать. У меня уже просто, вот представляете, голосовые связки уже, я вот их прямо чувствую. Чувствую, что они уже напряжены. Надо отдыхать, пора отдыхать. Но, тем не менее, для вас, дорогие мои любимые, золотые, обожаемые, колыбельная, прощабельная на сегодня. Прощаюсь с вами уже до следующей недельки. Люблю, целую, ваша Кассандра. Пока-пока. Кошечка. Серенькая кошечка села у окошечка, хвостиком виляла, деток поджидала. Где ж мои ребятки? Серые котятки, спать пора ребятам, сереньким котяткам. Мяу.